Вик! Сто грамм! Да! 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 Махмуд! Махмуд! Для тебя моря и океаны! Для тебя! Чё ты ему ещё живу-то продадёшь? Ты хочешь ему даже Кирхов продать? Думаешь, я не продам? Продадим за 0,03! Хай-ю-хай, с вами Кирот ПК! Здорово всем, мои пупсики! Короче, братва, сегодня будет необычное видео. Знаете почему? Потому что вы знаете, я стример. Я тупо популярный стример. Ну, я так надеюсь. Так вот, я стримил, и мне на стриме закинули миллиончик! Я там просто капец как кричал! Вот, ребята, вы посмотрите мою реакцию, надеюсь, она вам очень сильно понравится. Обязательно прожмите лайк! Подпишитесь на мой канал. Обратно подпишись, братан. Я смотрю, ты не подписался, подпишись. И напишите любой хороший комментарий. Ну чё, а мы стартуем! Дело было так. Ну чё, пацаны, погнали, мальчики, ну повали мы. Кто на меня? Слышь, ты падаль, на! По-любому с софтом, братва. Очко мама-то стоит, по-любому с софтом, по-любому. Родители подарили 1 миллион на день рождения. Что не подарили? Косарик! На базу! На! Прикинь, мне родители подарили 1 миллион на день рождения. А ты, мой любимый стример, это тебе. Как приятно, брат, я сейчас заплачу. А мне родители, дядь, на день рождения уже ничего не дарят. Дядь, спасибо большое, очень приятно. Как я понимаю, у тебя осталось 999 999. Я понимаю, считать чужие деньги некрасиво, но я посчитал, роднулечка. Это кило посчитаю ради моего братика Махмуда. Да блин, пацаны, вырубаем софт. Сюда, вот блин, падль, фу-фу-фу. Ну, короче, Махмудик меня порадовал, потом давайте хэштег Махмудик. Топ, в чатик написали, давайте, ребятки. Уважаемые подписчики, кто хочет высечить раз на раз, сейчас на-на-на, проверить, кто сильнее. Вот мои скинчики, покупайте любой из них и в нике пишите ваши ID. И мы идем. Махмудик, брат! Дядь, можно я сейчас спою мою песню? Махмуд, Махмуд, для тебя моря и океаны, для тебя керамбиты, голды и гармонии, для тебя мой маленький Махмуд. 5 кострей, братва, ура! Сегодня, если пиццу закажу, можно доширак больше не хавать. В честь Махмуда, знаете, что хочу? Ну, я бы хотел бы ОВМ Спорт 2 купить. Махмуд, я куплю ОВМ Спорт 2 и назову его в честь тебя, Махмуд. Какое красивое имя. Дорогулечка, ты моя. А как тебе вот этот скинчик? Нормальный? Неплохой? А как тебе мой Кирголд? Откуда у меня все это? Ребят, ответ крайне прост. Это булдропчик. Если тебе нужен топовый дроп, то залетай на булдропчик. Участвуй в булпасике. Участвуй в пасхальном ивенте. Бей яйца и становись богатым. Дроп, это топовый дроп. Также там есть булпасик, который ты можешь выбить. Тоже халявный дроп. Например, я получил халявный ножичек. Я хотел бы вместе с булдропчиком вам подарить в закрепленном комментарии халявную галдишку. Потом, братик, переходи, получай галдишку, вводи промик и становись богаче. Все, мужики, всех обнял, а мы идем дальше. Кстати, ребята, знаете, что самое интересное? Мне ни разу в жизни стрельбу с кирпака не падала аркана. Вот просто, я не знаю, напишите в чате, вам падало или нет. Это просто с камина, смотрите, опять трарка, лаки стар. Слышь ты, звездочка. Ай, блин, вонючая звезда. Эпик? Эпик? А, конечно, эпик, губу раскатал. Раскатал губу, закатай бурта, тебе и мне будет приятно. Махмудик! Конечно, люблю, Махмуд, да я на тебе женюсь! Пятнашка! Продай 0,03! Дядь, ты ему еще живу-то продать! Ты хочешь ему даже Кирхов продать? Думаешь, я не продам? Махмудичек, брат, ты часть меня! Ребят, давайте честь Махмуда продадим за 0,03! Махмуд, брат, продавать или нет? Хотя не, я в минус выйду. Не, Махмуд, брат, без обид. Ну, я говорю, продавать не буду. Но я продам ради тебя, ради моего брата с 0,3. Блин, что ж мне продать, все на жидкие дорогие. Ладно, Махмуд, я продам Скорпион, который стоит целых 736 голды. Между прочим, не так-то дешево. Поэтому я продаю, Махмуд. У меня руки трясутся. Ты мне закинул 1 миллиард денег. Махмуд, топ. Я хочу сказать только одно. Брат, когда у меня будет сын, я его назову Махмудик. Дядь, руки трясутся, попа трясется, но я пишу 0,03. Все, ребят, продаю. Махмуд, ради тебя, брат, продал!
Я джентльмену продал! Фермеру продал! Если надо еще что сделать, ты мне просто скажи. Я хоть крафтерную коллекцию сделаю. Только ради Махмуда, братва. Только ради Махмуда! Чё? Не удалось найти рецепт крафта? Чего? Ладно, Махмудик. Ты очень хороший человек, брат. Реально, спасибо тебе большое. Я тебя люблю. За это сердечечко для тебя. Поверьте вы мне, мы еще пойдем в ММчик. Я сейчас играю в 5 КТ. Я жесткий... 50! Это Равел! Открой один Равел, 4 Ревенж, ах да, сколько у тебя СМ? Махмуд, ты чё скидала? Дядь, ты же не такой, я надеюсь? Почему все мои друзья оказываются такими? Даже тик-так. Мне ему тоже интересно, только сколько у меня сантиметров. А моя душа? Махмуд, тебе интересно? Блин, ну хотя ладно, за 50к, дядь, я тебе могу сказать, сколько у меня СМ. Ребят, сейчас будет жесткая инфа. 193 сантиметра. Вы ж про рост имели в виду, правильно, Махмуд? Ты ж про рост имел в виду с 2 сантиметров. Открой один Райвел 4 Ревенж. Дядь, вообще без проблем. Оп, оп, все, изи. Изи, каточка, блин, 50-ка. Я не верю своему счастью, мужики. Мне упал Игнат. Но я рад даже этому долбанному Эннетах. Блин, вот это да. Сегодня мой день. Махмуд, Махмуд. Дядь, я тебя люблю просто. Сколько было стримеров? Миллиарды. И Махмуд выбрал именно меня. Спасибо большое. О, Сутрик Эволюшн. Спасибо тебе большое. Три арканы пролетело. Это че закидало-то? О, Райвел Кейсик. Махмуд, это Кейсик 104 стрелы. Но для тебя мне не жалко. Просто смотри, легчайше. И нож ему продать доли 3. Уже мой керамид голд продать. Все, что ты скажешь. Махмудичек, братичек. Спасибо тебе большое. Золото ты мое. Ой, Махмуд, спасибо, брат. Я, конечно, всяко ждал. Но я даже не ждал, что мне на стриме будет сколько 300 очка. И самое интересное, он даже не собирается. Останавливаюсь, он какой-то сумасшедший. Просто человек. 100к! Да! 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 Чтоб ты понимал, я богач, а ты нищий. Иди продавай инвентарь! Слово Махмуда, это закон, запомните! То, что сказал Махмуд, надо выполнять. Он сказал, иди продавай инвентарь. Я продаю все, что вижу, смотри. Вот я просто беру и продаю 400 голда. Ради Махмудика. Ради моего братика. Просто продаю Скорпион Кейсик. Все продаю, Махмудик, дядь. Спасибо тебе большое. Мне аж плохо стало. Ты мне закинул столько. Дядь, я не знаю, что сказать. У меня просто нету слов. Спасибо. Спасибо, Махмуд. Я желаю, чтобы все, что ты мне отправил, тебе вернулось в 10 раз больше, брат. Ты мне сказал, продавай инвентарь, я продаю. Ну, ты же не врел за 0.3, правильно? Ты сказал, просто продавай. Все по-честному, без обманы, у Махмуда, капитана. Ох, ничего себе, рифму придумал. Вот эту комоночку хочешь продавать вообще за долду. Махмуд, это ради тебя. Ради тебя, мне ничего не жалко. Я продавал М40 гриф, вонючий. Который стоит 8 голды, продам за одну. Махмудик, дядь, просто спасибо. Блин. Я не знаю, за что. За что, Махмуд, за что, скажи. Ты очень смешной. Я понял. Он, походу, решил мне сдать миллион. Гоу, бахнем, крафт очень смешной. Махмуд, ты даже не представляешь, насколько же смешной ты. Миллион рублей! Смотри, просто выбирай, просто. Все легендарки, что мне есть, дядь, вообще без проблем. Смотри, смотри, просто, брат. Махмуд, топ! Давайте все вместе, я этот крафт посвящаю моему брату Махмуду. Махмуд, йоу, брат, за тебя! За тебя, за меня и за нашу любовь, Махмудик. У нас будет много детей, и мы с тобой будем жить долго и счастливо. Спасибо, брат. 200к! Это просто какой-то ровл! 200к, вы понимаете, это за эти деньги я могу купить просто весь стендов, продать его, обратно купить, обратно продать. Махмуд, спасибо большое, я сейчас пойду на рассе задачу. Если хотел купить Амик ТХ, я еще выведу денежки и куплю Амик ТХ, эту малышечку. Ты посмотри на сосочку. Спасибо, брат, спасибо, спасибо, спасибо. Я даже не знаю, за что, почему именно я, мне так сильно повезло. Я даже не представляю, за что. У меня будет когда сын назову Махмуд, второго сына назову Махмуд, третьего сына назову Махмуд. Всех моих знакомых, я им имя поменяю в контактной книжке, их тоже будут звать Махмуд, потому что ты, дядь, ты... Как ты узнал? Пепа, брат, назвай меня Пепа, сколько хочешь. Это тебе на машинку купи, BMX5. Да, куплю! Я хочу БМВ
Дядь, ПВ! Просто ПВ! Алло, мозга! Строчи ПВ, сейчас! Я сейчас запишу анетки, она просто будет в шоке! Дядь, полмиллиона ПВ! Ты нереальный! Ты просто машина, дядь, я могу все животное купить просто! Вот так беру, покупаю, это ради тебя, Махмуд! Ради тебя, дядь! Спасибочки большое, я тебя люблю! 500 тысяч! Бомжетка! Мы богаты! Настали те времена, когда ютуберы будут в лос зарабатывать, дядь! Блин, я сейчас заплачу! Это просто до слез! Что он творит? Полмиллиона, дядь! Запомни! Если тебя зовут не Махмуд, ты мне не брат, ты мне никто! У меня есть только один! Один брат! Это Махмуд! Махмуд! Иди, я хочу 500 тысяч! Ты реально нереальный, Махмудик! Скинь хотя бы свой ВК, Инстаграм или хоть что-то, брат! Ты, Пепа, посмотри назад. Ты чё, сосну въехала? Сейчас на машине насилие появится, тут ты... Это ты было? Я бежусь, мой сладкий. В смысле не обижайся? Я только же стал бедней на 1,5 миллиона! Как не обижайся? Я был богатый буквально 5 минут назад! Не обижайся, ты это Анетка меня затроллила, это бомжетка. Ну что же, ребятки, вот вышло у меня видео. Надеюсь, оно вам понравилось. И вы поржали от души, я уже отошел. Но я говорю сразу, Анетку я отшлепал. Вот так. Вот так, кстати, фул в телеге. Поэтому, ребятки, обязательно прожмите лайкусик. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также подпишитесь на мой инстаграмчик, потому что я прям сейчас на отдыхе. И в инстаграмчике я публикую все, что происходит у меня в жизни. Все, братан, всех обнял, приподнял. Всем хорошего настроения. И поменьше вам таких друзей, как у меня, моя девушка Анетка. Все, братан, всем удачи, всем пока-пока.